Привет, ребята, сегодня мы поиграем на обзор нового обновления в Toilet Speed нашей игры. Что здесь добавили? Тут, кстати, недавно добавили вот эту вкладку команда. Вот. Кстати, я уже залил ссылку на эту игру в своем телеграм-канале. Подписывайтесь на него. И открытый мир добавили мы. В последнее обновление мы добавили открытый мир. Уи! Отлично. Это все в пакет-код. Тут надо исправить баг. Вы сами видите. Также мы скоро добавим новую нормальную анимацию валюты. Чуть-чуть улучшим открытый мир. Добавим скибидистов. Все будет чики-пуки. Также надо будет добавить кнопку выхода, а то и мы не можем выйти. Ну ладно. Мы это обязательно исправим. Также есть режимы. Тут можно открывать контейнеры, хотя их вообще как бы пока никого не получишь. Но мы это скоро сделаем. Но контейнеры мы добавили. Также, смотрите, если мы нажмем на вертолеты, то мы сможем играть за вертолеты. То есть, как это работает. То есть, мы можем играть за разных персонажей. Вот так вот. Можем играть за разных персонажей. Например, за Black Speaker. Будем играть за Black Speaker. Убиваем этих скибидистов. Все. Если мы нажмем на вот это вот сюда. Сюда. Если мы пойдем играть. Ну, вы поняли, короче. Если мы нажмем на вертолет и пойдем играть, то мы будем играть за вертолет и уничтожим этого скибидиста. Короче, вот такая у нас игра получилась. Да, игра прикольная. Вот так вот. Это новое обновление. Вот так вот. Прикольное обновление с открытым миром, которое мы скоро еще добавим скибидистов, это главное. Короче, вот так вот у нас получился обзор на эту игру. Если вам понравилось, ставьте лайк, как этот камерамен, и подписывайтесь. И всем пока-пока.